зовут Ирина Котвицкая, я певица, композитор, организатор международных проектов в сфере музыки и культуры и, конечно, учитель. Я здесь уже не в первый раз и, работая с детьми в центре у Давида, я для себя открываю некоторые новые вещи. Особенно в том, что касается мира музыки и соприкосновения с миром детей. Мы играем, мы говорим, мы занимаемся дикцией, мы поем. Я здесь прихожу, работаю раз в неделю. Четверг – это мой день, приглашаю всех, приходите. У Давида, конечно, особая очень атмосфера. И он, и Юсефа создали такой удивительный мир, где гармония, спокойствие, уверенность в том, что результат будет и что он будет хороший. Это мир, где и родители, и дети находятся в окружении такой заботы и психологической безопасности. Это очень, очень важное место. У меня были такие ситуации, когда ребенок сидел всегда в инвалидной коляске. Ему безумно хотелось дотянуться до клавиш. И он на какой-то момент просто забыл, что он не умеет стоять, и он встал. Вот это зафиксировали врачи. То есть тяга издать самому этот звук. У меня были моменты в практике, когда ребенок не говорил и начал произносить те звуки, потому что ему очень хотелось что-то спеть со мной. Я пою такие древние старинные песни, которые когда-то пели еще наши бабушки, и ему очень захотелось повторить этот эксперимент. Это могут быть такие инсайды, но совершенно неожиданные. Кому-то безумно из детей нравится, когда я пою, у меня такой дирижерский стиль, я руками, у меня пластика, я что-то показываю рукой, эту фразу. И детям, у которых плохая моторика, им хочется повторить этот жест, и они его могут повторить. Дорогие родители, дайте детям возможность найти себя в чем-то новом. Пусть музыка станет миром, где им хорошо и где они найдут какие-то свои новые возможности для контакта с этим миром.